ходе последнего рейда выявлены два автомобиля, водители которых уклоняются от уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. У одного из водителей задолженность на сумму свыше 600 тысяч рублей, у второго – 49 тысяч. Всего с начала года инспекторами ДПС выявлено 436 неплательщиков штрафов. В отношении них составлены протоколы. По решению суда 45 водителям назначено наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток. На 214 водителей наложен административный штраф в двукратном размере неуплаченной суммы штрафа. 60 водителей привлечены к обязательным работам на срок до 50 часов. Напомню, после наложения штрафа за нарушение правил дорожного движения на оплату дается 60 суток. Если сделать это в течение 20 дней, то сумма уменьшится в 2 раза.